Творчеству все возрасты покорны, но талант надо развивать с детства. Именно поэтому уже который год подряд проводится посвящение в Кружковце. Что ж, давайте посмотрим. Праздник в Доме творчества проходил в виде спектакля. Его темой был космос. По сюжету «Звездочет» и «Галактика» путешествуют на разные планеты. Каждая из них – это будто отдельный кружок. Не обошлось и без отрицательных персонажей – космических пиратов, которые всячески пакостили и старались сорвать праздник. Мы пираты вот такие! Мы жестокие и злые! Мы планеты в плен берем, щобаны всем раздаем! Раскрывайте дверцы! Пришли крутые перцы! Будем грабить и ломать, мы ушельцев как жаль! Что вы смотрите на нас? Мы покажем вам сейчас! По ходу театрального действия на сцену выходили ребята, которые уже не один год посещают театральные и музыкальные кружки Дома творчества. И сегодня им есть что показать зрителям. Юные актеры замахнулись даже на классику, сыграв отрывок из пьесы Грибоедова «Горе от ума». Да, батюшка задуматься принудит, плюс глиф неугомонен, скот. Такой всегда, а с этих пор ты можешь посудить. Сужусь не по рассказам. Запрет он вас, добро еще со мной, а то помилуй Бог, как разом, меня, молчалина, из всех с двора долой. Я в чудаках иному чуду, раз посмеюсь, потом забуду. Велите ж мне в огонь, пойду как на обед. Да хорошо ж, сгорите, если же нет. В Доме творчества действует множество различных кружков, так что выбрать себе занятие по вкусу может каждый. Работает кружок, вокально-инструментальный, театральные, аппликации, выжигание, рисунок, моделирование из пластилина. Но кружки проводятся не только в здании Дома творчества, но и в школах района. Как давно ты ходишь в Дом творчества и какие способности смог в себе развить? Я хожу 2 года, и я могу рисовать. Eu vin la Casa de Creație deja a doilea an și am descoperit în mine muzica, adică am realizat că într-adevăr pot să cânt sau cel puțin îmi place să cânt și am învins frica de a fi pe scenă. Я уже посещаю Дом творчества около 5 лет и развел способность играть в шахматы. Малыши, которые только в этом году начали посещать Лучаферу, тоже уже определились со своим выбором. На какой кружок ты записалась и чему хочешь там научиться? На моделаж пиктура. Смовец пишемо с моделиз. А да, надежда, что смовец с фак мультирукой. La pictură și modelaj. Desenă. Произнеся клятву кружковца, ребята официально стали воспитанниками Дома творчества. Дарить своим творчеством радость людям клянетесь? Клянемся! 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 Отныне вам, дорогие ребята, присваивается звание кружковца районного центра детского творчества «Лучаферу». Носите его с гордостью и честью. Браво! Что ты можешь посоветовать новичкам? Чтобы походили к Дому Иону на рисование. Чтобы не боялись учить всего нового. Слышим винга эмоции. Лечится реализовать, atunci când sunt pe scenă, sunt împliniți, pentru că o fac din plăcere. Хочу посоветовать новичкам, чтобы не боялись и верили в себя, и чтобы всегда достигали своей цели. Что я хочу пожелать новичкам? Чтобы они вступили в нашу большую семью, чтобы они радовались каждой минутой здесь прожитой. Нам тоже остается пожелать юным кружковцам успехов и покорения новых вершин в творчестве.